Всем добрый день, новый день. Начинается тепло. Сибирские морозы не пришли к нам. Не сибирские, а антарктические или какие-то арктические. В общем, не холодно. Я сейчас поеду в Меркадон. У меня закончился корм для Чарли. Какая-то там собака бежит. Чарли, маму, маму, маму. Сувай. Ветер какой-то тут был, с утра не было. У меня машина прям буквально вот здесь. В общем, еду в Меркадону за едой для Чарли. Мне нужно 3 вещи купить. Бритву для мужа и еда Чарли, бритва для мужа. А, и вот один спрей там. Оля. Claro. Мои клиенточки сидят на солнышке, загорают. А вот моя машина тут. Все пусто, прям даже странно. Спрей, который седину закрывает. Мои клиенточки, когда у них, допустим, до покраски еще пару недель, и они хотят сэкономить, я им корни этим спреем побрызгаю, и они у меня опять молодые, красивые. Куда я ключи дел? Ключи ищу. Ну что ты так ко мне близко встал вообще? Что ты ко мне так близко встал? Что, тебе места не хватало? Вообще, где ключи? А вот они. Вообще, смотрите, как близко. Война! Вообще, как близко. Ой. Вот церковь у нас тут. Чарли, меня отсюда. Даже макушку нельзя смотреть. Вон оставили. Вон оставили тут. Ой, так хорошо в машине тепло. Да? Тебе тут нравится? Как себя дома прям. Я тут остановилась, чтобы вам показать вот такую красоту. Вот такая у нас сегодня красота. Лепота. Видите? Я обычно машину вот там останавливаю, прям на самом первом. Ветерок, кстати, поднимается такой интересный. Ну все, посмотрели? Моя рыба смотрит в окошко. Да, в окошко такой. Ты такой сладкий, что ли, вообще, или как? Ты такой сладкий. Видите, без разрешения он у меня не выходит. Правильный пацан. А теперь точно в Меркадону. Меркадон. Потому что, смотрите, дверь открыта, но без разрешения ему никто не давал разрешения выходить. Мы уже поели, успела даже полежать. Чарли купила еду, я ему вот такой взялась, ультима. Посмотрела, гляньте, какой тут закрышка. Обычно всегда 2 полосочки вот так было и их соединяло. А теперь новые под закрышки и закрывается вот так вот, как липучка, так интересно. Намного удобнее. А то вот с ленточками такими раз, они никогда не впадали друг в друга. А это, гляньте, как классно. Ну, блин, прогресс какой, да? Купила себе вот опять вот такой шоколадный сырок. Он такой вкусный. На хлеб мазать утром. Вообще суперский. Классный, вкуснятина. Так что, а больше ничего там не купила. Так. А еще тут я, наверное, завтра эти кудри состригу, покрашусь. Взяла вот такую краску, на картинке мне понравилось. Это блондин, платина, пепельный. Мне понравилось на картинке, хочу еще краской покраситься. Не знаю, что получится, красиво хочется быть, хоть и не весна на носу, но все-таки. А еще у нас на воскресенье намечается праздник. Твою мать. Будем отмечать старый Новый год. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот. И что, к чему я это? К тому, что опять купила вот эти вот кости Иберика. Свиные очень вкусные. Они нам показались в прошлый раз, и я решила их опять взять. Они обалденные. 2,87. Килограмм у нас стоит 3,60 всего. Представляете? Ну, естественно, суповой набор взяла вот такой. Это говядина с говядиной. Испанский суп буду варить. Видите, тут соленые кости,
все дела, очень вкусный получается. Тут еще сало есть, вот видите, но сало я не кладу, слишком жирно. Я его в морозилку просто кладу, и оно там у меня, когда хочется. Ну, почти никогда не хочется, но все равно. Ну, мочалку поменять и гель для душа. Муж только вот таким пользуется. Из глицерина натуральный. Больше он никак им не пользуется. А я там всякие с оливковым маслом, со всеми делами. Блин, я хлеб забыла отнести. Так что вот такие вот у нас пироги. У меня там машинка постиралась. Фруктов, смотрите, когда нету этих, батарейка садится. Как он? Ой, созрел. Видите, цвет сразу меняет и созрел. Надо в холодильник класть. Это, когда нет манго, и фрукты всегда помещаются вот так красиво. Кстати, это вот эта тарелка и вот это Танин подарок. Это тоже новогодний. А это нужно мне в мультиварку положить. Я его вчера помыла. И красиво, Танин подарок. И предатели, наверное, финики. Три финика никто не доел. А такие вот пироги. Вина я тоже набрала. Но это вино, знаете, тут всего 5 градусов. Но оно очень вкусное. Оно прям такое, знаете, как газированная водичка. Так что взяла. У меня еще капуста есть цветная. У меня как в Париже все есть. Ладно, пойду белье вешать. Ко мне сейчас две девочки должны прийти подстригаться. Так вот, они там чуть-чуть заблудились. Вот иду их смотреть, где они там есть. Не знаю, где они там заблудились. Но вот я стою тут уже и жду их. Не пойму, где они есть-то. В принципе-то блудиться негде. Там вот она у нас такая улица, вот та вот. То есть она прямая, по прямой на нее заворачиваешь и идешь по прямой. Ну, девчонки где-то заблудились. У нас, смотрите, как пасмурно вроде как становится. Моя машинка стоит. Знаете, смотрите, как паркуется. Ни тудым и ни сюдым. Минут 5 я уже здесь стою. А их все нет и нет. Но небо такое красивое. А за окном то дождь, что снег. Особенно вон там горы красивые. Вот, сейчас я их подстригу. И пойду в центр. Краску куплю. Обесцвечивающуюся. Обесцвечивающуюся. Ну да. Где они есть? Если завтра подстригусь, то нужно же краситься, быть красивой на старый Новый год. Да и вообще, у нас там еще праздники прям... Еще праздники будут, короче, каждую неделю. Гульба продолжается. Вот. Надо быть в теме и красивой. Нету. Конкретно потерялись. Наблюдаю за машиной. Они там вынесли. Муж жене бутерброд вынес. Только зачем? Если она домой приехала. Странно. Слушайте, ну нету. Что-то у меня тот цветок прям тохнет. Ой, блин, батарейка, опять я же ее не засадила. Заряжаться. Смотрите, видите, какой-то он чахлик. Минусовой температуры у нас нету. Поэтому не знаю, что с ним. Ладно, пойду батарейку заряжать и ждать, где они заблудились в трех соснах. Мы уже подстриглись, мы уже красивые, да, Танечка? Мы идем чай пить, кофе. Выгуливает прическу. А, да, Таня выгуливает прическу. Будет. Дыбом стоит. Сейчас каждый подумает, какашка. К деньгам. К деньгам ты ее так на. Ты не дала мне в деньги вляпаться. Не дала. Я специально. Видишь, какая? Я специально. Какая подруга. Чтобы ты ее не влезла. Я всех деньги не привали. Да, я всех предупреждаю. Какашки. А я понятно, как говорится, деньгами подзолотилась. Ты идешь так ищешь, типа, ой, не вижу, не вижу, да? На тебе, на тебе. На тебе, да. Ой, ну, смешно. И смех, и грех. На улице вообще тепло. Тепло еще. Надо было купануть чай. Ну, ты по-зимнему, нам же арктический холод передавали. Он что-то, наверное, как-то мимо.
мимо этот пол. Наверное, в Гранаде он так и остался, этот арктический. Ну, наверное, днем там тоже тепло, я даже не знаю. Ладно, пойдем. Вон туда. Купила на работу вот такой, деко. В общем, обесцвечивать волосы. Вроде сказали хороший. А еще я сейчас буду здесь бардак убирать, и нужно пропылесосить от волос всяких. Смотрите, у меня там. Тут я как убежала быстренько с Танькой, мы ушли по магазинам шляться. Погуляли. Вот, естественно, ничего не нашли. Ну, я, в принципе, ничего и не искала. Только вот за вот этим ходила обесцвечивание. Мы себе заодно. Все, заготовлюсь, завтра красивой стать. А как же? Да. Так, все, надо это все прибирать. Это стирка. Это мы туда. У меня тут шкафчик парикмахерских моих дел. Ну, что ты падаешь-то? Кто тебе разрешал падать? И пойду сейчас суп варить, бульон. Я же купила набор. И буду на завтра у меня будет суп. И плов. Плов еще остался. Доедим. Так что вот такие вот у нас пироги на вечер. Пылесосить надо. А то волосы везде, волосня везде разлетелась. И это не есть хорошо. Все. Чистота и порядок. Ну, это... Шею подбривала от волосинок. Тетя там Лёха-то такой, моя ляпа такая, с ним сегодня не гуляла. Скажи, мам, ты совсем оборзела, да? Ты совсем оборзела, мам? Не гуляла со мной, ничего, да? Бульон поставлен вариться. Вот, машинка в стирку включена. Я ее на ночь включаю, просто на стирку. Без отжима, без всего. Она мне там типа как замачивается. Ой, я знаю, что это такое. Знаете, что это такое? То есть у меня свеча горела. И, видимо, от свечи она там так вот сделалась. Вот, замачивается там, и потом завтра я уже стираю. Ой, вот у меня чаек. Чего ты прибежал? Ой, чего? Тебе минутка нежности у тебя, да? Минутка нежности. Ой. Вот такая у нас минутка нежности. Или две, или пять. Как душе будет. Дай попрощаюсь, и потом будем с тобой обниматься. Вот мой ужин. Чаек. Мандаринка. А еще у меня начался большой брат. А я даже об этом и не знала. Представляете, вчера включаю телевизор, а там большой брат. А я и не в курсе. Так что сегодня буду большого брата смотреть. Передача такая. А с вами буду прощаться. До завтра. Всего вам самого наилучшего. Ай, самых лучших снов или приятного дня. Всего. И пока-пока. On a cold